Ну что ж, ребят, всем здорово. Ну, давайте продолжим Dragon Star. У нас осталось там почти что ничего. Битва с боссом и концовка. Но перед этим давайте хотя бы посмотрим взаимоотношения с Лапонет. Деньги как раз есть. Подарки пока что тоже 3 штуки. Именно те, которые нравятся ей. Остальные непонятно. Проклятая кукла. Опять можно. Ну, погнали. Ну, кто бы сомневался. Отлично. Лапонетто. Оре да га има дайжобу ка? Лапонетто, это я. Могу войти? Дзефи? Дзефи? Дозо. Конечно. Заходи. Васаваса хея ни тазунете куру нанте мезураши десу ва не. Это не похоже на тебя. Посещать мою комнату. А. Дзицуа коварета тте ю браслетто во мисете хошин да. Ну да. Вообще-то я хотел взглянуть на твой браслет. Камаймасен кередо. Доуште десу но? Конечно, но зачем? Мошкаштара наосеру камоширенай то омотте. Я думаю, что могу его починить. Демо. Да, но. Конна фуни канагу но муки га окашику натте ва ни наранаку натте шиматтан десу но. Коре демо наоримасу но? Ну, с металлической частью все очень печально, так что я больше не могу его надеть, как браслет по кругу, как говорится. Как думаешь, все еще сможешь исправить его, починить его? Судано. Понятно. Яппари. Так, давайте-ка посмотрим. Да, все как я и думал. Металлический кусок просто отваливается. Ну, тогда я могу попросить Дарана принести мне кое-какие принадлежности, чтобы я смог его починить. Это легко вообще-то. Могу я одолжить его на какое-то время? Да, пожалуйста, попытайся, если ты думаешь, что есть возможность починить его. Хорошо. Починили. Видишь? Зефи, она-то сугой десу ва! Ух ты. Ты права, ну прямо как новый. Зефи, да ты просто чудо. Демо, доусте кьюни наосо нанте умоттан десу но? Но почему ты вдруг захотел его починить? Коно мае, Карикаро кара кийтан да. Лапонетто ва цурай токи ни соно браслетто о цукеру тте ханаши. Ранее Карикаро мне сказала, что ты любишь носить его, когда тебе грустно. Ане но рю но кото га атта кара. Китто има га ичибан цурай дароу то омотте. После той битвы с драконом, твоей сестрой, я подумал, что возможно, ты действительно через многое прошел с помощью него. Но мне прямо слов нет. Я так счастлив. Ну, я рад. Должно быть, он много значит для тебя. Да, моя сестра дала мне его, прежде чем покинула логово. Понятно. Я всегда могла увидеть будущее и прошлое. Люди ненавидели меня за это. Я плакала из-за этого почти каждый день. Моя сестра очень сочувствовала мне
и подарила мне этот браслет. Это браслет волшебный. Он содержит силу, которая может забрать твою печаль, когда ты его носишь. Моя сестра надевала его на мое запястье, когда я плакала. Даже если я не смогу быть рядом с тобой, этот браслет всегда будет присматривать за тобой, когда это будет. Когда наденешь его, вспомни обо мне. Вот что она сказала. Похоже, она была доброй сестрой. Да, она была единственной, кто всегда был так добр ко мне. Она никогда меня не боялась. Я уверен, что твоя сестра не хотела бы видеть, как ты ненавидишь свои способности. Я так не думаю. Когда мой браслет сломался, у меня было плохое предчувствие. Потом появилась моя сестра в образе дракона. Я думала, что это наказание за то, что я продолжала использовать эту жуткую силу. Понятно, вот почему она сказала это тогда. Это дракон. Была моей старшей сестрой, когда я жила в логове, еще маленькой девочкой. Неужели тот браслет сломался из-за... Моя добрая сестра направила на меня свои клыки. Это должно было быть наказание. Должно быть, моя сестра возненавидела меня. И она больше не может присматривать за мной. Но даже если она и мне и бросила, возможно, я рада, что смогла починить этот браслет. Твоя сестра когда-нибудь говорила тебе, что ты добрый человек, Лапонет? Да, говорила, много раз. Обычно именно такую похвалу я получал от нее. С тех пор, как я рассказал своей сестре, о будущем и причинила ей боль, я больше никогда не слышала подобных комплиментов. Инесса, Карикаро, Фара и другие, и я тоже. Мы все знаем, насколько ты добра, Лапонет. Ты никогда не хотел никому навредить. Ты даже присматривала за таким новичком вроде меня. Ты очень добрая, Лапонета. Пожалуйста, прекрати. Если ты будешь пытаться меня успокаивать и утешивать... Нет.
俺は誰よりもラポネットの優しさを知っていたお姉さんが、君が未来を伝えた意味を理解しないわけがないと思う。Не может быть такое, чтобы твоя сестра, которая более чем кто-либо другой знал о твоей доброте, как-то неправильно понять то, что ты ей сказала. Кто? Нантока 悲惨な 未来 を 回避してほしい という その 思い に 気づいていたはずだ. Я уверен, что она поняла, что ты хочешь, чтобы она избежала этого болезненного будущего. そんなこと... Но... Бреслетが 壊れたことが... 竜になったお姉さんの見守らないという意思表示だというのなら... Если твой браслет сломался, значит твоя сестра, ставшая драконом, больше не присматривает за тобой. こうして綺麗に修理できたのは... まだ ラポネットのことを見守りたいということにはならないだろうか? Однако нельзя ли сказать, что теперь, когда его починили, она снова присматривает за тобой. いくら想像してもここにいない人の思いはわからないが、 そのブレスレットはお姉さん自身なんだろう? Трудно представить, а что подумает тот, кого здесь больше нету. Этот браслет, твоя сестра, верно? Я никогда не видел, чтобы он так сиял. Почему тебе не попытаться надеть его? Конечно. Нанда, мата хикари хазимета на. Что? Он начинает снова сиять? Хоть слабо, однако я ощущаю силу моей сестры. Я... お姉さんの思いは今もこの中で生きている。 ラポネットを見守ってくれているんだな。 Я уверен, что эмоции твоей сестры все еще живут в этом браслете. Она все еще присматривает за тобой. Дорогая сестра. よかったじゃないか. Значит, прекрасно. Демо, 見守ってるのは お姉さんだけじゃないぞ. 俺や家族のみんなも ラポネットのことを大切に思っている。 Однако твоя сестра не единственная, кто наблюдает за тобой сейчас. У тебя также есть я и все остальные, что являются твоей семьей, которые очень дорожат тобой. С этого момента я обещаю, что буду присматривать за тобой вместе с твоим браслетом. Что? Значит ли это... Я что, нечто странное сказал? Ну, то, что я имею в виду, это то, что, ну, это как бы... Да, точно, вот, я уверен, что слова, которые я только что произнес, твоя сестра бы тоже хотел бы их сказать тебе. Ну, она хочет, чтобы я, как бы, ну, защитил тебя. Что? Знаете, то чувство, когда ты думаешь, что выкапываешь себя, на самом деле закапываешь. Может быть, это было немного неуместно. Тогда я должна поблагодарить мою сестру за то, что она отдала мне еще одного надежного союзника. Зефи, большое спасибо. Да, всегда, пожалуйста. Это первый раз, когда я вижу такую легкую, свободную улыбку у нее. Как странно. Глядя на улыбку Лапонет, я чувствую себя таким счастливым. Не ты один.
Следующий. Я просто не могу заставить себя заснуть. Может быть, схожу за водой? Я слышу чей-то голос. Это звук душа. Кто принимает душ в такой поздний час? Чего? Этот голос? Лапонет? Может быть, она тоже не может заснуть? Должно быть, это она там напевает в душе. Пожалуйста, не подходи. Не подходи, пожалуйста. Пожалуйста, не подходи. Что? Так, стоп, неужели кто-то вломился в дом? Лапонет, ты в порядке? Цензура. Здесь никого нету? Постойте. Лапонет здесь, но... Она здесь, но... Если что, в японской версии тумана меньше, в английской больше. Это вся цензура игры. Постойте. Если здесь никого нету, значит Лапонет просто принимала душ. А то, что я вбежал сюда, о нет, это означает, что я вломился. Лапонет, это не то, на что похоже. Я не пытался подсмотреть или что-то еще. Точно, так как я не могу видеть много из-за пара, то все должно быть в порядке, верно? Вот дерьмо. Я все равно увидел больше, чем нужно. А что там такое? Туман. Прости, Лапонет, вообще-то у меня есть причина, почему я зашел сюда, но, пожалуйста, позволь мне сначала извиниться. Может, сначала свалишь? Так, секкен и таур то вместе махоуцу о ямете куре, фуробага куарелу. Да пожалуйста, ну не используй магию на меня и не бросай в меня мыло и полотенце. И... Я сомневаюсь, что как бы ванная комната сможет справиться с этим. Что, Зефи? Да, это я. Смонай, Лапонетту га конайде то иттеру но га кикоэта моно дакара, кикенна ме ни аттеиру но га то канчигай шитан да. Прости. Я слышал, ты сказала не подходить, и я подумал, что, может быть, у тебя тут неприятности. Я хочу извиниться, но уже поздно, и сейчас не самый подходящий момент. Давай поговорим завтра. Так что я просто оставлю тебя в покое и уйду, хорошо? Подожди. Ливингу де матейте хоши десу ва.
Пожалуйста, можешь подождать меня в гостиной? Вакатта. Хорошо. Я подожду. Осеккё ка. Я, тоузен да. Цицин де укейрэру шика най на. Она что, будет читать мне нотации? Не, ну конечно, будет. Думаю, у меня нет выбора, кроме как принять это. Ну, ребят, зацените версию из японской версии. И Steam-версии. Ну, такой себе разница на самом деле. Лапонетто, сакки ва хонтоу ни сусуманакатта. Лапонет, мне очень жаль, что так получилось. Не, сонна ни кини шинай де кудасай на. Зефиを 勘違いさせてしまったのは私ですわ. Пожалуйста, не беспокойся. Это я виновата, что произвела неправильное впечатление на тебя. Йокаттара, нани га конай йоуни то иттейта нока, осиете куренай ка? Если ты не против, можешь сказать мне, почему ты кричала «не подходи»? Ну, видишь ли... Перед сном мы с Фарой рассказывали друг дружке страшные истории. Страшные истории. И в конце концов, как старшая сестра, я не могу вести себя испуганной перед своей младшей сестрой, верно? Я попыталась отыграться, но мне приснился кошмар, и я проснулась потом. Мне хотелось смыть себя пот, поэтому я пошла в душе, ну тогда. То есть, стоп, она испугалась до такой степени, что вспотела? Ты слышала какой-то звук в гостиной? Да. Это так редко бывает, чтобы кто-то проснулся так поздно, и я подумала, что водяной призрак из моих снов вышел. Так значит, вот почему она просила его не подходить. Извини, что я тебя напугал. Я думаю, ты счастлива, что я оказался не призраком, да? Да уж. Прости за неприятности. Да нет, все нормально. Ладно, я тогда вернусь обратно в свою комнату. Да. Я парень, матте кудасай на. На самом деле, подожди. Досто? В чем дело? Соно. Видишь ли? Мада немире соу ни накуте. Ёрошкереба, моу скоши даке иссё ни ите хоши но десу ва. Я сомневаюсь, что я смогу заснуть сейчас, поэтому что скажешь, может ты, как бы, ну, останешься со мной недолго. Соре нара оясый гойо да. Дзицва, оре мо нецке накатта токоро даттан да. Да, конечно, в самом деле у меня тоже как раз неприятности со сном. Хотто мирику де йокатта нока? Хочешь немного горячего молочка? Неру май ни ва. Итсмо хотто мирку о ному йоу ни штейру но десу ва. Да, я обычно выпиваю немного молочка перед сном. Сока. Понятно. Оно... Зефи? Зефи? Сочи ни суару но дева накуте... Тонари ни ките кудасаранай? Вместо того, чтобы, ну, сидеть вон там, может... Ты не возражаешь?
сесть рядом со мной. あんなに俺から距離を取っていたラポネットが隣に来てほしいというなんて、よっぽど怖かったんだな。Лапонет обычно держалась на расстоянии от меня, но теперь она просит, чтобы я села рядом с нею. Должно быть, она действительно напугана. これでいいか? Вот так? Да. 感謝しますわ。 Спасибо. Лапонет は幽霊がダメだったんだな。 Лапонет, я даже не знал, что...Тебе не нравятся призраки. Да не только я. И Фари, и Минессия. Они тоже не нравятся. Карикоро? А что насчет Карикоро? Ну, она упоминала как-то, что если найдет такого когда-нибудь, то она просто сожрет его. Пытается сожрать. Да, она всегда довольно уникальная. 幽霊なんて本当にいるのか疑問だがな。少なくとも俺は会ったことがない。Но знаешь, что мне интересно? Существуют ли призраки на самом деле? Ну, во всяком случае, я никогда не встречался ни с одним. 小さい頃に一度遭遇したことがあったか。Хотя на самом деле, возможно, я столкнулся с одним из них, когда был еще ребенком. Точно, кайримичи майой, ёрно мори о арыйтей та токи ни. По-моему, однажды я заблудился по дороге домой, когда шел через ночной лес. Смонай, коре жа масу-масу Лапонетто коагарасете шимау ка. Ой, стоять, прости. Иначе я могу тебя сейчас напугать еще больше, верно? いつの間にか寝てしまっている。あれだけ驚いて魔法を使ったから疲れたのかもしれないな。Она заснула. Наверное, она была настолько удивлена и использовала магию, что в конечном итоге из-за этого она переутомилась. 部屋に運んでやるか。眠っている間なら触れても未来は見えないだろう。Ну, думаю, можно взять и отвезти ее в комнату сейчас. Я уверен, что если я прикоснусь к ней сейчас, она не сможет увидеть будущее. Она положила голову мне на плечо. Она смогла заснуть. Однако, если я сейчас попытаюсь встать, она проснется. ちゃんと乾いているな。それならこのままここで夜を明かすことにしよう。Волосы Лапонет, ну ладно, они уже сухие. Ладно, полагаю, что я могу постоять и тут, в такой позиции, до самого утра. Зефи. А, ここにいるぞ。Да, я здесь. 俺がそばについているから。安心して楽しい夢を見てくれ。Не буду рядом с тобой, так что не беспокойся. Надеюсь. Тебе снится хороший сон. А, это еще не все. Окей. Ара, омедаме? Зуйбун то нака га фукаматта митай не. Знаете, я как раз сейчас думал, блин. Вот посмотреть, как утром все придут и увидят их. Мы, походу, это все-таки увидим. О! Ты не спишь. И, кстати, похоже, вы, ребят, стали намного ближе. Шарлотта. Шарлотта. Ятто окита! Имасугу Лапонет кара ханаре насай! Че, наконец проснулся? А ну, немедленно! Убирайся подальше от Лапонет. Пара? О боже, почему я здесь? Охайо, Лапонетто. Обойдешь ли?
昨日は二人で話している途中に。Доброе утро, Лапанет. Ты что, не помнишь, что ли? Ну, когда мы разговаривали вчера вечером, ты... Шимата, карада га фреатта мама да туюкото, скари васлетейта. Чёрт, я совсем забыл, что наши тела соприкасались. Ой, чаушок га декита зо. Эй, завтрак готов. О, усара нараберу но тецдаванакя. Джеффи! 二度とラポネに近づかないでよ! Ладно, тогда мне стоит помочь тебе с тарелками. Дзефи, никогда больше не приближайся к Лапоне. Слышал меня? Я увидела сегодня нечто забавное, так что думаю, я тоже помогу с подготовкой. Угага. Чотто кигайте курю. Ладно, я пойду переоденусь, ладно? Чего? Она схватила меня за рукав? Я была очень рада, то, что ты остался со мной до поздней ночи. Вчера. И, кстати, мне не приснился никакой страшный сон. Может быть, это из-за того, что ты был рядом со мной. Это намек? Чтобы я спал с нею? Так что спасибо. Нет, это тебе спасибо. Черт. Вот теперь я нервничаю по совершенно иной причине. После того, как я поговорил с ней. Это очень сильно отличается от того, что было, когда я впервые пришел сюда. Ну чё, нормально. Нормально. Так... Хотел найти этот арт в хорошем качестве, чтобы его на стрим показать, но, увы, не могу найти. Ну ладно, фиг с ним. Выспалась. Угу. И последний. Так приятно пахнет. Я знал, что это доносится из кухни. Сате, кокорахенде ажими да. Ойши кейки о цукритай нара, ажими о окотару на ё. Ладно. Значит, это... будет у тебя тут... Будешь пробовать все на вкус. Если ты собираешься действительно подавать вкусный тортик, ты не должна забывать попробовать его на вкус. Господи, да что с этими взбитыми сливками? Ты что? Клала соль вместо сахара, что ли? Э? Что? Ой, я облажалась. Ой, прости, Карикаро. Фара, ты такая недотёпа. Солёные взбитые сливки. Это вызывает грустное выражение лица. Единственное применение для соленых взбитых сливок, которое может быть, это чтобы Зефи их сожрал. Да, все нормально. Я думал, что нечто подобное может случиться, поэтому попросила информатора достать нам дополнительные ингредиенты. Ладно.
Давай попробуем еще раз взбить сливки, хорошо? Кейки о цукутэйру нока. Значит, они делают тортик. Кёно тейтайму га таношими да на. Не могу дождаться сегодняшнего чаепития. Блин, я тоже хочу. Кейки га якиагару маде кочо ва икага? Эй, Дзефи, не хочешь ли выпить чая, прежде чем тортик будет готов? А, Лапонетто. А, Лапонет. Да, я бы с удовольствием. Коно каори, соно тейпотто кара ка? Кайда кото но най каори да га. Этот запах исходит от чайника? Я никогда не нюхал ничего подобного. Джохоя-сан га мицукете кита. Тонхо но мезурашии кочо десу ва. Скоши даке спайси де карата га ататамаримасу йо. Это информатор принес. Это очень редкий чай с Востока. Он немного остр, поэтому согреет тебя немедленно. Это прекрасно. С тех пор, как я починил ее браслет, я чувствую, что мы стали ближе. У нас не было никаких неловких пауз, когда мы были одни. И она даже больше разговаривает со мной теперь. Я думаю, что... Да, я думаю, что могу воспринимать Лапонет как сестру теперь. Ну, я думаю, что пора наливать. Пожалуйста. Так, мне нужно быть осторожнее, чтобы не коснуться Лапонет. Да это дешевая чашка, так что тебе не нужно быть так осторожным с нею. Да это не то, что я пытался сделать. Ой, прости, Лапонет, мои пальцы коснулись тебе. Почему ты извиняешься? Ну тебе же не нравится, когда к тебе прикасаются, верно? И если вдруг ты увидишь снова мое будущее, это опасно. Что? Она только что сказала, это, что это опасно. Значит ли это, что она видела мое будущее только что? Что ты сказала? Скоро увидишь. Что ты имеешь в виду? Она увидела будущее, но почему-то рассмеялась. Это первый раз. Три. Два. Братик ничего не замечает. Один. Хорошо, я готова. Пистолет со взбитыми сливками. Огонь! Что это? Взбитые сливки? Герой весь в белом, да? Понятно. Есть! Попала в Дзефи! Братик, твое лицо совершенно белое. Твое лицо набито взбитыми сливками. О, господи. Мне нравится разыгрывать кого-то. Иногда. Эй, нехорошо швыряться в кого-нибудь взбитыми сливками. Ты ничего не швыряла. Мы просто бросили ложку с кремом на нее. Катапульты еще хуже. Это сбитые сливки, но они соленые. Ну мы обсуждали, что нам делать с сбитыми сливками, с солью и... И спросила Карикаро, могу ли я подшутить над тобой, и она сказала, что да. Карикаро!
Карикаро. Нанда, Зефи? Что такое, Зефи? Я. О, господи. А ты действительно выглядишь очень вкусным. Сиражираси ни мо ходо га ару даро. Ты такая ужасная. Мошкашита Лапонетто. Сакки фурета шунган, коно мирай га миетан жа. Лапонет, только не говори мне, что ты видела это будущее, когда прикоснулась ко мне ранее. Заметил. Это не трагедия, но думаю, что ты все еще можешь использовать свое ясновидение, чтобы увидеть, как некоторые вещи происходят, да? На Ну, я не совсем увидела будущее, скорее я увидела фару, что пряталась под столом со взбитыми сливками. Я могу, конечно, изменить твое будущее, но когда мне младшие сестры сказали «Чшш», у меня не было другого выбора, кроме как молчать. Ладно, если вы закончили с вашими шутками, давайте вернемся к выпечке. Я думал, что мы стали ближе, но полагаю, это не помешает им прекратить подшучивать. Прости, я провожу тебя до ванной комнаты в качестве извинения. Я уверена, что ты едва ли сейчас можешь что-то видеть перед собой. Дай мне свою руку. Эх, опять УБ завис, точнее карта захвата. Что-то она начала зависать часто в последнее время. Надо проверить, что там внутри компа. Может, она вышла немного, когда я случайно ударился ногой в компьютер пару недель назад. Хотя она, блин, там сидит на болте и на специальной хрени. Так что это тупо невозможно. Дай мне свою руку. Окей. Лапонет протягивает руку, чтобы взять меня за руку? Ты уверена? Ты можешь увидеть трагическое будущее. Ты ведь не хотела прикасаться ко мне из-за этого, верно? Ну, все немного по-другому. Это правда, что... Я не люблю видеть печальное будущее. И очень трудно не упомянуть об этом будущем. Но я не хотела прикасаться к тебе по совершенно другой причине. Подожди, ты просто что ли не хотела, что ли? Ну, довольно шокирующе. Когда ты начал привыкать к логову, я поняла, что ты хороший человек. Я хотела быть от тебя подальше. Потому что я хороший человек, ты хотела установить дистанцию между нами? Потому что я не хотела, чтобы у меня было еще один человек. Которого я буду защищать. И не хотела, чтобы у меня был еще один человек, которого я могу потерять. Кстати говоря, когда Лапонет сражалась со своей сестрой, что стала драконом, давайте изменим наш строй. Лапонет, отойди позади.
カリカラと私、ゼフィーでラポネットを守りながら戦いましょう。Это к лучшему. Давайте сражаться, пока мы защищаем Лапонет. Нет, вам не нужно это делать. Что ты имеешь в виду? Есть намного людей, которых я должна защитить. Окей. Для того, чтобы это сделать. По сравнению с этим, это ничто. すでに守りたい人であって失いたくない人だと思われていたのか。Еще тогда я был тем, кого она хотела защитить, и она не хотела потерять. ですから、あなたが大切な存在になる前に距離を取ろうとしたのですけど。Вот почему я хотел отдалиться от тебя, прежде чем ты станешь мне еще более дорогим человеком. Но ты не позволил.Мне это сделать. Ты уже дорогой для меня человек. Лапонет смахивает крем с моего лица. Да, здесь действительно есть соль. Очень соленая.ラポネットにもつけてやろうか。Если он тебе так нравится, может быть, хочешь, чтобы я и на тебя брызнул, Лапонет. それは遠慮しておきますわ。Пожалуй, я воздержусь. ほら、早く洗い流してしまいましょう。Давай поспешим и помоем тебе уже. クリームでよく見えないが、笑ってるのはよくわかる。Я не могу отчетно все видеть из-за того, что на лице крем.Но я могу сказать точно, что она сейчас улыбается. Лапонетто эгао ни декиру но нара, итазура сарэру но мо варуку най камо ширэнай на. Пока Лапонет может улыбаться. Я не против время от времени. Против розыгрышей. Ну ладно. Как-то так.Как я понял, после того, как мы посмотрели все линки, лучше сбросить последние, чтобы концовку получить с тем персонажем, кого ты хочешь. Так, ну что ж, мы закончили сюжетку Лапонет. Что вы скажете? Как вам она? Если честно, я не ожидал, что она окажется настолько офигенной и интересной. Реально, я в восторге. Она мне очень нравится.Реально, персонажи в этой игре действительно хороши. Ну, как минимум двое. Сейчас узнаем остальных. Ну, Карикаро, понятно. Лапонет тоже. И прописаны они неплохо, и раскрываются они тоже, и вообще все замечательно. Так что, блин. Реально, вот персонажи и их личные истории, скажем так, это самое интересное в этой игре.Ради этого хотя бы стоит пройти ее и слезть лишнее время. Ладно, здесь сделаем большой перерыв. И следующий персонаж у нас будет... Кто победит в голосовании? В голосовании... Победила Шарлотта, на удивление. Странно, что не Фара. Окей, значит, следующая Шарлотта. А потом...Посмотрим. Все равно мы всех посмотрим. Продолжение следует.